Недавно Дмитрий Назаров дал очередное интервью. Покончив с колкими высказываниями на тему своего увольнения из МХТ, он неожиданно решил пройтись и по легендарному художественному руководителю этого театра, Олегу Табакову. Да, он совершал некие поступки, о которых даже люди знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где преподавал. Он совершал не очень хорошие, с моей точки зрения, поступки, откровенно заявил актер. С такой позицией не согласна вдова Табакова Марина Зудина. Многие подумали, что она пойдет в суд, чтобы защитить честь мужа. Но актриса связываться с Назаровым совсем не хочет. Да ну что вы, ну бред какой-то, ребят, ну перестаньте. Ну может быть, он что-то и сказал, потом еще какую-то хрень скажет, даже вообще без комментариев. Я не опускаюсь до такого. Высказалась Марина Зудина. При этом артистка подчеркнула, что не понимает, как Дмитрий мог такое сказать. Само интервью она еще не видела и не понимает, почему столько интереса вновь вызвали старые истории. Ну, в интернете пусть крутится. «Я не опускаюсь до такого», — говорит звезда сериала «Содержанки». По ее мнению, обсуждать подобное пошло и низко, к тому же это отвлекает от дел и работы. Она вообще не привыкла говорить о сплетнях и новостях ниже плинтуса. «Прямо отмыться хочется», — заключила Марина Зудина. Отметим, что после смерти Олега Павловича скандальное интервью дала Елена Проклова. Она рассказала, что в юности к ней приставал известный актер, с которым ей пришлось тогда работать. Все эти годы звезда хранила молчание, но, когда он скончался, ей захотелось сказать правду. Публика сочла, что речь идет о Табакове, что вызвало большой скандал.